Мечта. Каждый ученик – неповторимая индивидуальность. И он имеет право на эту индивидуальность, имеет право на свое личное восприятие окружающего мира, и оно признается окружающими. Я учила изобразительное искусство. И самая главная моя цель через художественные средства выразительности, через эстетическое воспитание – помочь ребенку познать себя, искать себя и как раз задумываться над своим авторским, своим собственным стилем, своей дорогой в этом мире, своей профессиональной карьере. На пути к этому конкурсу, наверное, попытка собрать все свои материалы, проанализировать свою педагогическую деятельность за все эти годы, потому что обычно в школе мы каждый день даем уроки, а конкурс и в то же время позволил возможность проанализировать всю свою деятельность за много лет, и в то же время заставил достаточно потрудиться, чтобы разобраться в себе, как в учителе, найти свое место. Вот в данной ситуации учителя изобразительного искусства в школе, какое мое место, как учителя-предметника.